300 человек. Не, на Ютубе всегда больше смотрят. На тебе тоже работает, да? У меня есть один ветра. Этого на Фератор, потом этот еще Киберсап, НЖПшка, у кого хитбокс офиген. Но у не у Куанчи вообще охрененные, у Рейдена сейчас увидите, он сейчас их постоянно будет делать, зониться и делать НЖП. Не-не, он нормально играет, не смотрите. Сейчас покажет, класс. Понеслась. Вот это вообще грамотно сделал. Ну что-то изи вообще. Сейчас разыграется, меня тоже он ванилька уничтожил, я ничего не сделал даже. Что-то он из тусовки вышел. Или не заходил даже. Сейчас еще раз кину. Блин, ребята, сделайте в настройках тусовки то, чтобы у вас было разрешить использование голоса при показе. Тут такое ощущение, как будто я один тут базарю. Ой, зачем?
Серж у нас скоро Мурка станет. Блин, тренировка же есть. А уже нету. Сорок 3%. Охренеть, 55. А у него что, один удар идет оверхед и низ, и все. У него, походу, везде плюса вообще. Ох, еще закомбить можно было. Так, сейчас я что ли? Да я мимо десятки промахнулся. Есть такая проблема. Меня всегда этот шинок спасает. Так, ладно, давай тут. Это Боншейп. Против тебя, импостером. Кстати, полегче было играть почему-то. Сука. Бля. Вот что с этим Ронином делать вообще? Да в смысле урона хватило? Блядь, как раз метры накопил.
Вот и все. А что там можно кидать близко, далеко, средне, да? Так, кто девятку поставил? Ну вот. Сейчас реванш с ванилькой. Я хотел предыдущий раунд апперкотом закончить. Чуть-чуть не хватило. Еще одного у меня нету, я всех пригласил. Но 5 это уже хер дождешься. Что-то Жакал сегодня вообще не в форме, что ли? Мы с ним в рейтинге встречались вообще нормально. Капец, если я сейчас проиграю еще.
Что-то он стесняется. Так, сейчас посмотрю, есть у меня кто-нибудь еще один. На 3 на 3 создать. Бушида есть, но он в GTA-шку играет. Вон Dream есть, но он ни в чё не играет. Не, у меня некого пригласить. Ой, не-не-не. Ладно, Серж, на твоей любимой сыграем. Я ведь знал, что будешь делать это. Других вариантов-то не было. Накопился? Ну давайте 3 на 3 создадим. У кого есть еще один игрок? 3 на 3 офигенно вообще. Реально, каждый с каждым играет. Никто никого не ждет. Вчера вообще повеселились. Давай спортика зови. Пригласи его в тусовку. А ты чё, Ронина взял, да? Представляешь, я крем купила. Представляешь? Это вода, а не крем. Это вода. Я так новый распечатала на диване. Сижу так на руку. У меня так вода. Я говорю, ой, крем отстоялся. Надо же. Подошла к раковине. Лью так, нажимаю, вода льет. Так, представляешь, не пахнет ничего. Чистой воды залили сюда. Написано крем. Завтра пойду в аптеке купила. В аптеке нашей. Представляешь, я охренел, 53 рубля, зеленая аптека, крем для лица, питательный, регенерирующий, масло оливковое, витаминный комплекс. Доставка, кстати, нам. Сереж, у меня не пришли. А у меня все равно вода замерзла в тачке. Почему? Не знаю. А ты вот это, ты, наверное, мешал с водой, да? Да. Видим, вода. Так налей туда. Опа, новые техники. Аж врасплох взял. Да, блин. Можно
сразу. Ух ты, хватило. Блин, тут мамик меня своей историей отвлекла. Да, блин. Обманул себя. НЖПшку, что ли? Так, хочу с ВДВшниками поиграть. Сука. Шарлатанец. Ой. Куку 54C, что-то я с ним играл где-то. Где-то в рейтинге. Ой, хотел веерами сантиерить. Шинок это наказывает. Ну чё, идем 3 на 3 играть. Ну вон есть же куку 54C. Чё за пацанёнок?
Ну давай, создавай, приглашай нас всех. Лич. Сейчас я вон с Жакалом сыграю. С Жакалом? А он что-то не заходит в тусовку, я его звал уже 1000 раз. Сейчас ему в личку напишу. Я что, за импостера играю, что ли? Нет, игра в кости. Вот, чувак разыгрался. Ненавижу кончика. Да. Так, где это PS Managers? Где он? Пока камбу делать найду. Ну, Жакал. Блин, даже армор перебивает. Ну все, я ему написал, пока комбу делал, написал. Ну вы что, Татьяна Федоровна, спать? Да катайся. Чего это я тут в 11 часов шарашу? На улице прям витрина. Ужас. Че с цебешкой? Че не робит? Че это за звук? Че это за звук только что был? Вот опять. Блин, выключите этот звук, вы слышите, что это за херня? Во, исчезло. Да ничего не говорит он. Не знаю. Ну давайте создавайте, а там может игрок пригласить? Опять началось. У кого микрофон глючит? А, вот он зашел. Блин, я один, что ли, этот лаг слышу?
О, вдвоем остались. А ты это, в тусовке есть? Пропал звук. А там может другой человек пригласить или один всех приглашает? Ты всех пригласил, да? Давай Жакал тоже к нам пусть идет. Да пусть Жакал к нам идет, пофиг. Че, где группер? И он нас здесь всех оформит. Опять, что это за звук, ё-моё. Меня он вообще выкаливает, я сейчас опять выйду из тусовки. Ждем группера, чем мы его кинем-то. Ё-моё. Так он даже здесь. А, так его нету, что ли? Так он из тусовки даже вышел. Так его даже онлайн нету. Так что давайте другого игрока. Давай кукушку приглашу. Ну и пофигу, чтобы нас слышал.
Неужели? Мы вчера играли прикольный режим вообще. Так, я с Вахитоняном. Так делай по новой что. Ну давай. А я там выиграл, но это не считается, да? Отстой. Может, засчитаем? Да я уже захожу. Вчера круто поиграли, сегодня что-то. Сегодня что-то капец какой-то. Кто там с кем должен играть? Так что ли? Вы запарили, определитесь уже. Кого только что выкинул, главное, чтобы против друг друга не играли и все. Ядрёный, еще один скорпион. Раунд 1. Файт.
Да что за бред только что был вообще? Ты что, серф проиграл, что ли? Сейчас все зависит от этой игры. Второй раз скорпион. Господи.
Так давай свингернемся по заново. Меняем. Не, нету. Ну все, давай так. Все, давайте так. То же самое почти получается.
что, скорпион против скорпиона, что ли? Round one, fight!
Red team wins. Блин, давайте сыграем, потом пойдем перекурим.
Да, кидай, кидай. Я ушел. Я сгорел и ушел. Да и что, нас опять 5 человек? Да. Шакал. А вон Антон есть, можно Антона пригласить. Два, четыре, пять. Почему нас 5 человек? Сейчас я Антона пригласил. Короче, что-то он не отвечает. А, вот, ответил. Ну все, Серж, приглашай. Нет еще. Да. Все, он в тусовку зашел. Алло. Да. О, здорово, сейчас скинет привоз. Да, здорово.
Где столько народу-то найти? Ванилька направо. Во. Здорово. Но у нас пока народу 3 на 3. Да, пока хватает.
Капец, малышары. Опять я забыл, на какой кнопке захват. О, четко.
Да я что-то броню не смог прожать. Да он зонил с... Показано было, что вы все вышли, бля. Ну все, попробуй зайти по старому приглашению. Да, 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 сейчас зайду. Где же заходит? Да, да вот, все, вступаю, вступаю, да. Че, не заходит? Ну, пока загрузка. Да. А это кто? Который Охетанян? Первый раз играл. Он что-то сегодня жестко агрессивно играет, Антон. Так, сейчас посмотрим. А вон Артём есть. Ща... Да, сейчас. Сейчас дримеров пригласим. Все, я его позвал. Можно же играть еще по инету. Я отходил, забыл, блин, сказать. Можно. Да пока ищем, что?
Сейчас я к вам не смог зайти, что-то не получилось. Чуть-чуть играл. Ну, я так там за Ермака катал немного. А там комбить сложно, капец. Там механика сложная. А в девятке нету бега, что ли? Бега нету в девятке. Да. Да я играл-то так чуть-чуть. Но он что-то не отвечает. Ну давай пока ЦГ, вдруг Артём ответит потом. Ответит, поиграем 3 на 3. Вы пока играете, я тут в крипте побегаю. Да не, я зайду через 2 минуты. Потрачу монеты, то у меня 130 тысяч. Не, нет еще.
Ему минут 5 на персонажа.
Да тут я захожу уже. Yeah.
понятно. Да это не у меня. Shinnok.
Round one. Fight! Ну, браток тут в любом случае получится. Так что броня в этом ударе. С этим Артуром вообще играть невозможно, он такой дикий лагер вообще. Ужас просто. Он дикий лагер. Вообще 300 пин.
final round. Fight! Shinnok. Reptile. Да ёбма. Все, я последний круг играю, выхожу. Thank you.
Да, опять. Ну, я не успеваю, перкот ставит. Чё ж тебе превосхините?
случае дизером будет. Блядь, это было нагло. Ничего не делал. Да ёба. Блять. Да пиздец, я его сильно сделал. Еще и глюки, блядь. Да. Просто так играть? Так чё, может ещё кружок или чё? Как-то можно ещё сыграть чуть-чуть. Но Faction battle. Ну да. Round one, fight! Ha ha ha!
2. Fight! Jason Voorhees. Alien. Jason Voorhees. Cease to amuse.
Tinnock wins. Action battle. Tinnock, Scorpion. Death to all. Tinnock wins.